Я считаю, что красивый город намного лучше, чем возможность припарковать автомобиль. Тем более в Москве автомобилей стало столько, трафик просто невыносимый. Я нигде в мире такого трафика не видела. Пробки, да. Поэтому, конечно, я считаю, что должны быть платные парковки, должно быть строительство новых дорог, и должно быть какое-то регулирование, потому что невозможно, у всех есть машины. Это просто невозможно уже.